Андрей, ребята готовы кадр снять. Готовы, пойдемте. Пойдемте снимать кадр. Ни разу не выпили ни одной рюмки на съемочной площадке. И отдавались этому. Вот, когда меня там журналист, я спросил, говорит, а вот вы как-то вместе писали? Я говорю, ни одной строчки мы не писали, потому что это полностью авторская работа Андрея. И мы просто подчиняемся его руководству. Но он был с нами мягок, спасибо тебе огромное, что нас не побил там, потому что мы действительно не профессиональные актеры. Но мы старались. Вы можете ко мне повернуться, дать мне какую-то знаю. Да, ну, например, да. Я такой, окей. Подъем головы, опустите голову. Так вот начали, это мы не поднимемся. И начали. В этом же как работает? Это же эффект Кулешова. То есть вообще, когда человек ничего не играет, и только контекст дает ему как бы. Ну тут как прям вообще прям нормальная тема. Начальное напряжение, вестерн. Да. Я был поражен, очень классно. Очень мне понравилось. Все ребята классные, Андрюха вообще. Вообще замечательный чувак. Кто хочет кого-то кинуть. Подготовка уже, ну, как прошло. Вот это более самый спортивный Андрюха. Ну, я же не кидал. Я, да. Тогда вы. Супер. Я, в принципе, всегда подозревал, что я, если вдруг сложится такая ситуация, что я смогу. И тут бац, а все сложилось именно вот так вот, как я предполагал. То есть со мной шансов у Супермена не остается. Наблюдать было очень здорово за вот этой дуэлью между Николаем Борисовичем и женщиной-кошкой. Ой, вот это было классно. Смотрите, ждите клип, и вы тогда увидите, что это было. Что это будет?